Губкинский включен в перечень 100 лучших муниципалитетов России 2017 года. Конкурс проводит клуб руководителей муниципальной сферы. Как следует из письма его главы Михаила Ашлакова, цитата, «Город Губкинский включен в перечень 100 лучших муниципалитетов России 2017 года по оценке клуба руководителей муниципальной сферы за положительную динамику основных показателей экономического и инновационного развития, консолидированные усилия жителей по всестороннему гармоничному развитию муниципалитета». Конец цитаты. Глава Губкинского Сергей Бурдыгин приглашен на церемонию вручения дипломов победителей конкурса «100 лучших муниципалитетов России». Она пройдет в рамках Всероссийского форума муниципального сотрудничества с 18 по 21 апреля в Сочи. Сообщается на портале «Живем на севере.рф».